Я там попробую что-то сделать. Начинаем вопрос тогда, пожалуйста. Наша позиция заключается в том, что если республики бывшего Советского Союза будут приниматься в НАТО, то мы пересмотрим всю систему отношений с этим союзом. Что это значит? А это значит то, что мы не хотим, чтобы они бы поступали в НАТО. Спасибо. У России нету права вето на вступление кого бы то ни было в любой, так сказать, союз. Мы сейчас не реагируем таким образом, как мы отреагировали, например, в 68 году в отношении Чехословакии. Ясно совершенно, что никаких повторений этого не будет. В то же самое время у нас есть право защищать свои интересы. И в том числе, относясь так или иначе к развитию отношений с тем или иначе военным союзом, в зависимости от того, какую он будет проводить политику. Будет ли эта политика затрагивать наши жизненные интересы, либо она не будет их затрагивать. Есть Ближний Восток.